Привет, амигос. Ну что ж, продолжается Fallout. Время испытать, собственно, Валька в бою. Посмотрим, на что он способен. И способен ли он вообще на что-то, оборванец. Келок. Ни хрена. Надеюсь, тебе удалось найти в моей голове. Ни хрена, что в него келок селился, что ли? Не, мой план, конечно, был поинтереснее с тем, чтобы героев местами поменять. А, он частично... Ну, понятно, короче. Сюжетный квест с Валентайном, понятно. Теперь будет сюжетный квест Валентина, это изгнать Келлога из его жесткого диска в голове. You sounded like Kellogg just then. Did I? Mari said there might be some mnemonic impressions left over. Anyway, I feel fine, so let's get going. Да, ты в спину мне не выстрелишь, чувак. Let's get going, Nick. Been one heck of a ride so far. Let's see where it takes. Ну, светящееся море, конечно. Я вообще не знаю, спутники, они облучаются радиацией или нет, потому что, ну, синту, наверное, радиация это нипочем. А. Но что-то я не видел, чтобы, в принципе, чтобы Варвара, например, или собака начали люто дохнуть от радиации. Мне кажется, они не подвержены в любом случае. Так, что за задание-то здесь? Поговорить с Маккриди. А кто такой Маккриди? Здесь, что ли? В красных... В третий рельс. Не знаю, что это за квест. Надо выбрать какой-нибудь такой, средний боевой, чтобы испытать. Собственно, посмотреть, какая пушка по умолчанию у этого чувачка. Я вообще... О! Кстати, кстати, здесь же... В комментах пишут, что кого... А, певичку можно за... А, вон она. Этот персонаж сейчас занят. Чем? Она... А, вот она запела. Это было вступление. Кто из вас Маккриди? А, наемник, что ли? Так о чем с ним говорить, если он только наняться может? А, пошел нахуй, нет. Это не квест, это говно собачье. Здесь другой квест. Вот он стоит. Многие спрашивают, как мне еще Fallout надоел, не надоел. У этой игры при всех минусах есть два плюса. Это никуда не делся элемент исследования мира, да? Может, он не такой интересный, как раньше, но он есть. Ну и, естественно, прокачка, которая позволяет включить задротство. Че за Гвен? Слушайте, как в этой части спутники ориентируются на местности нормально в таких локациях? Они находят с кем поговорить, они ведут себя по-разному. Там Кейт сразу идет в бар, садится, бухать начинает. Раньше начинала. Сейчас я после того, как ее вылечили, не знаю, что она будет делать. Бродяга. По-моему, это самый цивильный бродяга. Правда, вон черкаши на брюках, наверное, нечем ему вытираться. Ждем, когда она допоет, чтобы выдать ей это мясные чаевые. Кстати, кто не пьет пиво, тот вообще не пьет. Болты он не продает, то мне говорили, что можно купить всякие крафтовые материалы с запасом, но здесь только мясо. О, ядер кола, а квантовая есть? Нету. Помощь. Хлам. Партия стекла. Я чё-то не припоминаю, чтобы мне где-то нужна была партия стекла. Когда вы нализались, я же ничего не выпил. Трупы на земле. Робот, робот дает квест. Хуя громозека. Ну. Ух ты. Три точки не оставляя свидетелей. Ну, походу я не зря сюда зашел. Своих ребят. Откуда у тебя свои ребята? Это кто свои ребята? Эти роботы R2, что ли? R2?
А, я понял, это банда автоботов. О, она допела. Кто заказчик? Three locations? That's a lot of time. A lot of bullets. О. Валентайну это не понравилось. Ему не нравится, когда я торгую, что ли? I don't Торгуюсь? do work unless I know who's paying the bills. Какой-то, блядь, он... Not your concern. Херовый испытатель. Now, Слушайте, вообще-то был хороший шанс убедить, но все равно не удалось. I'll get it done. You better. Чушь какая. Now go out there and bust some heads. Валентайну это не нравится. Ну ты посмотри, блядь, какой... Не-не-не-не-не-не-не-не-не, подожди, 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 ты рано идешь, нет, не пой. Сейчас, 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 надо это, причесаться, где мы? Модный парик помпадур, харизма плюс один. Модные очки, харизма плюс один. У меня харизма тут не снижается ничем сейчас. Алкоголизм, сука, падла. Excuse me, miss. What's the matter, Anson? Подожди, подожди, подожди. Лихо я ее подрезал, да? Она сразу показывает товар лицом, она не хочет смотреть мне в глаза. I love the song. О, да. Nothing like real jazz. О, Валентайн, ну это нравится. Подожди, увидишь, что я сейчас с ней сделаю, тебе понравится еще больше. Кстати, ничего такая, да? Коллегу словоплета. Да, я сочиняю стихи, придумываю танцы, я вообще. Творческая личность, развитая со всех сторон. Сарказнуть, что ли? В принципе, а что? У нее тут выбор невелик, одни гули и робот. У меня герой хоть и уродец, но явно не хуже Гуля, особенно в таких-то модных очках. И как же мы это сделаем? Методом еще одной песни, ёптать. Исполни Владимирский Централ, блядь. Да, ёб твою мать, ты что, совсем тупая? И сейчас мы профейлим этот квест. Удалось, ты посмотри. А куда мы пойдем гулять? Ты далеко живешь? Свидание. Зачем ты... Ты два пальто оденешь, что ли? Зачем ты про это два раза говоришь? Зачем ты ходишь в двух пальто? Погоди, я накину пальто, погоди, я еще одну накину тогда, то там дует. О. Ой, чувствуется объятие любовника. А, ну вот и все. Да, извини, я тебя даже не дослушаю. Настолько я уважаю твою любовь к сцене. Ой. Валентайн, смотри, твой брат, походу. Вы даже одеты одинаково. Да. Действительно, они вырезали всю сцену. Но хотя бы как в GTA, не надо ее возить тут. Изображать, что... Валентайн, братан, а мы вообще где? Это точно добрососедство? Похоже на дыру в заднице. Так, грязный алюминиевский шлем, темные очки патрульного. И задание надо, наверное, взять, да, какое-нибудь интересное. Так, чё... Зачистить склады в добрососедстве. Потом корпорации Атоматоис уничтожить супермутантов. Поговорить с Макриди. Убрать это нахер. Поговорить с Эбботом у стены. Это у какой стены? У стены ночного дозора, что ли? Крокером насчет реконструкции лица. Это я сделаю потом. Я уже давно хочу поменять внешность персонажа. Найти мутирующий папоротник. Нахуй. Ядерколу, да. О, найти сокровища. Jamaica Plain. Вот это интересно. Это где хоть находится? О. Нормально, чё. Мы тут недавно, кстати, были. Да, перемещение отсюда невозможно, конечно. Тогда нахуй вы предлагаете?
Клэр какая-то там еще. Что-то булькает. Насколько я понимаю, Валентайн должен быть вооружен каким-то револьвером, да? Он, у него, по его виду, видно, что у него за пушка. А это что такое? Станция медцентр. И не зачищена. Странно, что-то. Что-то я провафлил зачистку. Очередную мега интересную зачистку. Рекламируют журнал про взломы замков. Написали бы сразу, где он лежит, лучше. Чем мне его обложку-то показывать? Может, тут что-то написано хоть ни хрена. Я представляю, это выпуск журнала «Юный взломщик». Это вам не этот, блядь, не огонек. И не ералаш. Научат тому, что реально пригодится мальчику в жизни. Так, чё? Господи, на твою рожу, блядь, смотреть страшно. Так обернешься когда-нибудь резко. И от страха помрешь. Надо на реконструкцию лица, по-моему, Валентайна отвезти. Он тут же принялся раздавать мне советы, куда я нужно двигаться. Школа имени Шоу. Давайте угадаю, вот это она. Как тут локации понаставили, а? Плотно. Наверное, как мой кореш выдвинул теорию, что, наверное, именно поэтому игровая карта такая маленькая, что они очень кучно наделали здесь вот эти локации. Понатыкали. Буквально, я не знаю, на каждом шагу открывается какая-то локация. В кусты поссать пойдешь, найдешь там какой-нибудь бункер, наверное, бля. Мясо гончий. О, Рад Скорпиона. Вот Рад Скорпиона я вообще тут... Ночное место надо... А что такое? Ах ты, ёб твою мать, что случилось? Я попытался рассмотреть, что там достал Валентин. Да кто это? Громила это, по-моему, послабже, чем бестия, да? Сейчас он, по-моему, исполнил жест в стиле Урукхая, там, побился в грудь. А может, это какая-то супермутантская зига? О, легендарный, ёб твою мать. Сука, надо было критануть, наверное, на втором выстреле. Я что-то, блядь, не подумал. Ну, бывает что. Да, ёбаные перезарядки. Да, отстрелил ему конечность. К сожалению, само по себе это ничего не... Да, он мне тоже конечность отстрелил, ты посмотри, блядь. Господи, аспади, блядь, откуда мины-то? Что, Валентайн, сейчас как она как ёбнет? Иди разминируй, правильно. Она компьютер сожгла или что? Хлопковая пряжа. О! Эй! Блядь, ебаный... Говорили же, что ты разминируешь, нет? Over here. Ну, вроде говорили, что Валентин хакер, нет? Хакер от бога. Да, залупа он, блядь, ссаная, нихуя он не делает. Значит, я его с кем-то путаю. Ну и кто тогда, интересно, открывает? Да ёб твою мать. Nice. Ну. От директора, от директора. Как вероятно знаете, успеваемость в нашей школе в последнее время резко повысилась. Примите поздравления, так как успех начинается с руководителя. На следующем районном заседании мне вручат премию как лучшему директору года.
Отблагодарю ближайших к проекту лиц. Явно фальшивкой. Так это фальшивка была или нет? Ладно, не знаю. Чё-то текста много, смысла не очень. Нику это понравилось. Мне понравилось, если бы Ник хоть что-то, блядь, хакнул. В общем-то, персонаж, которому даже броню нельзя одеть. Я думал, что его фишка хотя бы во взломе компов, но походу... Походу фишки у него нету вообще. Может его, блядь, когда он ранен, можно отверткой починить? Он же робот. А, тоже это не книга, которую надо вернуть. Обгорелая. По виду, кстати, целенькая. Кажется, обгорелые книги должны быть более обгорелыми. Так, так, так. О! Чудо-клей. Психо, винт. Вот это, блин, шкаф явно отличника какого-то местного. Кегля. Ментант. Так, ну что тут бог-то нам подал, а? Патрон, батарея. Ошеломляющий институтский. Шанс ошеломить цель при удачной атаке. 8 дэмэджа. Это шедевр. В принципе, можно продать. Наверное. Да, говнище полное. Причем сам супермутант в меня стрелял не из него, как бы намекая, что... Даже тупой супермутант понял, что это говенное оружие. Что его говенный этот карабинчик или что-нибудь там было, это лучше, чем... Терминал для учеников. Ключ от кабинета директора. В обеде Расти лежит, нифига. Видать, Расти собирался бомбануть кабинет Дерибаса. У нас, помню, кто-то в школе учительскую взломал, вроде как. И кому-то там пятерок даже наставили. Вообще, наверное, самое палевное, что можно сделать, это взломать кабинет, наставить себе пятерок. Но там много кому наставили. Так, а вот это, я так понимаю, терминал факультета. А это кабинет директора, херак. Вискарик, все понятно, ну это уже второй, наверное, директор школы в играх, который бухает за последний в этом только году, по-моему, в этом. Life is Strange, там же тоже директор подбухивал. Причем как падла. Да ну вы посмотрите, сколько тут. А, записка все-таки у него отправлена. Ой, блядь. Новый дом на пляже, жена отправится к матери. Устроил им стабильную поправку ментантов. Он наркотой в школе торговал. Ёб твою мать, вот это классно. А вот это директор, блядь. А, ментанты. Это не наркота, это для... Они же там дают этот интеллект, еще что-то. И вот у них... все понятно. Мне не понадобилось читать все подряд, чтобы въехать, что тут случилось. Директор стал распространять среди учеников через гопарей ментанты. Все их стали покупать, глотать, и успеваемость в школе повысилась. Он получил премию и кучу денег от продажи ментантов. Купился дом на пляже, послал свою жену в задницу. И решил сдриснуть, но, видимо, межконтинентальная ракета Тополь немножко порушила его планы. И все западное побережье США. Было бы прикольно, если бы тут гуль какой-нибудь нашелся наго. Смотрите, ментантов сколько. О, боевой нож. Это ему нахрена. Виски и ментанты. Ментанты и виски.
Возьмем. Это же все-таки лекарство от перевеса, как-никак. Ты че? Господи, у него гладкоствольный дерьмовый пистолет. Ключ от библиотеки. А где тут библиотека? Нахрена она закрыта? А, может, в библиотеке какой-нибудь журнал будет? Я подпрыгнул, а мутанты услышали. Какой у них слух? Так, ну что, библиотека в подвале, что ли? Здесь планировка вот этого всего похожа на планировку убежища одного, который я уже, в котором я уже хоть был. Странно, я попал собаке в сраку. И ничего. Ага. Это по кругу. Интересно, а что это за пушка у Пайпер? Супермутанты поставили турель. Блять, что-то... Ах ты ёбаный в рот, суки. Они тут по-серьезному что-то, блядь, зашкерили. Вроде мутант-разведчик что-то кричал, а мне мясника дают. Не думаю, что между ними существенная разница. Валентайн его что, прикладом бьет? А, Валентайн топор выхватил. Какой, блядь, умный. Да, стрельба вообще. Стрельба мой конек, ёптать. Слушайте, а в замедлении выстрела-то в слоу-моушене, на слоу-моушен взрывы не распространяются. Он продолжает быстро херачить. Ага. Книги вернуть. Чё тут дают за возврат? Пятнадцать жетонов. Ментанты 100 жетонов. Ментанты, ментанты, чипсы, зубная щетка, мел. Да. Обосраться и не жить. Серьезные плюхи, да? Так кто это его записал? Ага, маленький шантажист. Прохавал фишку. Как ты стал таким умным? Ментанты, чувак. Well, so what if it's all true? No one's going to believe you. You're just a kid, and I'm the principal, and more importantly, no
own words. What are you talking about? Wait. Is that a holotape? You son of a... Голозапись. А, ну и что, он его убил? Или нет? Терминал факультета, виски. Тут ученики стали глотать ментанты, а учителя бухать, что ли? Отгорелый журнал мод. Золотые часы, блядь. Чей ребенок тут ходил, блядь? Сын единоросса какого в золотых часах в школу пришел? Серебряная наша отвертка. Так, ну а подвал-то где? Я думаю, что 100% мы должны найти труп маленького мальчика, повешенный в подвале. Что-то такое должно здесь быть. Что они к этому ведут, что... Содружество. Не-не-не. А, я не помню, где я спуск видел. Сейчас найдем. Давай по-рыхлому. Странно, что Валентайн не выдает никакие реплики по поводу этого квеста. Он же все слышит вроде, все видит, нет? Лучше всего ходить кругами, конечно. Это помогает думать. Давай. Подвал, в любом случае, только подвал остался пока что не обследованным. Потом... Да ёб твою мать. Нашел, блин, вот, из столовой вход идет, но это не подвал, это одна единственная комната в подвале. Мясо рот оленя. Я думаю, что в этом месиве уже трудно разобрать. Трудно будет понять, что стало с учеником. Возможно, что на этом история и заканчивается, что малой просто начал шантажировать учителя. И все, потому что какая-нибудь записка была бы в терминале именно учителя, мне кажется, именно директора, то есть по этому поводу, что надо с этим мелким что-то сделать. Может, она там была, я не знаю. Но по мне так просто история немножко недопилена до конца. Ну а так типа преступление и наказание. Учитель хотел наживы, но его поимел в итоге разумневший от ментантов ученик. Аминь. Ну, так себе, честно говоря, локация. Если не считать того, что она принесла годовой запас ментантов, правда, которыми я вообще не пользуюсь, и ни в одной из частей я не глотал ментанты. Ментаты, или как они, блядь, называются-то? Просто я вообще не понимаю, нахрен не нужны. Ментаты. Интеллект и восприятие. Ну вот и нахрен интеллект. В диалогах интеллект не нужен. Для чего интеллект нужен? Че? Перед каким делом, перед чем надо закинуться ментатами? Чтобы что? Поразить кого-то интеллектом своим, что могу. О, гули поперли. Давненько я не расчехлял свой силовой кастет. Что это было? Daylight, часть вторая, ёпта, началась. Гуль в броне, это прикольно. С половником. Слушайте. А говорят, херово замедляет. В описании вещи написано, незначительно замедляет. Ебать, Фаниша, ты что ли, сука, ликвидатор, блядь, чернобыльской... Чернобыльская АЭС, нихера с него прет просто.
Что-то тут нечисто. Нечистая сила. Изолента. Блять, ну и поза выглядит как приглашение. О, жетон на метро. Так, мне дали левел. За гуля дали, как за босса, за какого-то, не знаю, мощного. Автоматическое оружие на 40%. Карабины. А я вот не знаю, как узнать, какая пушка карабина, какая нет. Так, это понятно. Хакер, понятно. Персонаж может бегать при превышении максимального веса, расходуя очки действия. Чушь какая-то. Спринтовать имеется в виду или просто бегать? Надеюсь, кто-нибудь по этому поводу напишет в комментах, из тех, кто не смотрит перемотками. Вот. Полезно ли это вообще? Хотя мне кажется, что все давно поставили себе моды на... О. Моды на то, что... Как там это называется? Хлам, когда ничего не весит, типа. Прощай. С кем там прощается наш Валёк? Это похоже на ловушку, которая... Оторвал этому гулю ногу. Че, квест-то будет, нет? Наверное, не это частота, наверное, вот это. Repeating. This is Paladin Dance on 3. Это Паладин Данс. Понятно, ничего нового. Блять. Нихера он наебашил мне. Он, наверное, сука, этот... Винчунь, блядь, при жизни изучал. Прихватки, прихватки. Эти прихватки так на пакет крови похожи. Солонка, хуёнка. Блядь, ты на так на гуля похож, ты бы знал. Опять Валентайн по горбу, да, получил вместо гуля. Ой, блядь. О. Что тут их лежит прям, ну, много. Отлично. Все мои пули достались Валентину. Ну а заебись, граната как мячик каучуковый отпрыгала куда-то, блядь. Я антирадин выпил, и все равно гули фонят. Бешено фонят. Слушай, кто-то забрал солидную пачку гулей с собой на тот свет. И кто же этот герой? Карл Эверетт. Ключ от мэрии. На кого-то он похож. С Ван Даммом был такой фильм «В поисках приключений». Вот боксера, наверное, там играл вот этот. Дневник Карла, крышка, винт, костюм бродяги. И внезапный перевес, естественно. Сколько у меня патронов. Так. Мясо от таракана. Яйцо болотника, ёптать. Нихера оно весит.
Отравленное вино, я так понимаю, это предмет для крафта в химлаборатории, что с ним можно там сделать. Так, дневник. Я же дневник хотел. Выиграть дневник Карла. А, это аудиозапись. Как удобно. А, хуй там. А, Салли, лидер, тяжелое оружие. Люк Сильверхенд, техник. Разведка. Ага, да-да-да-да-да-да. Подожди. За август. Опять Салли не отстает, хоть ты тресни. Не надо было вообще эту работу брать. У меня 10 дней на поиск крышек, или она меня сдаст за вознаграждение. Бабу знать, как связываться с бывшими стрелками. А, буду знать. Бабу. Я просто думаю о том, задумался о том, Салли это мужик или женщина. Ладно, так, 29 августа. Ничего, вся краткосрочная работа для наемников и технарей. Никому не нужен посредник, даже с такими связями, как у меня. Но деньги-то надо где-то достать. Старые слухи, больше у меня нет ничего. Но если умело это дело предоставить, я смогу убедить Салли, что я стою больше, чем вознаграждение. Походу, он их в ловушку завел, да? Купилось. Сокровище Джемейка Плейн. Величайшая добыча во всем содружестве. Крупное дело, которое еще никому не удалось провернуть. Убедил ее, что смогу собрать группу ради того, чтобы остаться в живых. Я со всех готов собрать долги. Я открыл все сведения, которые только возможно достать. Там точно что-то есть, точно что-то крупное. Система безопасности просто невероятная. Турели, роботы, замки, чего только нет. И это если удастся прорваться через гулей. За 200 лет туда никто и близко не подобрался. И при этом в старых документах почти никаких упоминаний. Что-то тут не так. Не пойму что. Надеюсь, Сал ничего не заподозрит до тех пор, пока я не смоюсь. Эдриан не выходит на связь, но остальные все здесь. Тяжелое оружие на Сал. Старик Сильверхенд займется системой безопасности. Кен Стэндиш, разведка и замки. Его жена обеспечит подкрепление, а заодно и его приструнит. Удалось даже раздобыть кое-какой довоенный хлам в городе. Может пригодиться. Сал настаивает на моем участии. Я пытался выкрутиться, но ничего не вышло. Я слишком много знаю, уверен. Как только мы доберемся до сокровища, она перережет нам глотки, и я не смогу ей помешать. Вряд ли на этот раз мне удастся выбраться живым. Так, так. Сокровище, значит. Так я не понял, он их выдумал или они реально здесь были? Реально, тут где-то есть. О, автоматоны. Плитка, антифриз. Как жаль, что перевес... Gone for good. Именем Христа. Да ебучие смски, господи. Так, надо выпустить пару робокопов, патрулировать этот Детройт. Yes. Ух ты, ёпту, вот это скилл, пацаны. Мадрец характера. Охрана порядка, полюбасу, давайте. Можно было, конечно, и эти метрополитена. Что я опять сделал-то, блядь? Медик скорой помощи? Да хоть, блядь, хрен ослиный, давайте. О. Давайте, давайте, пошли, пошли. Jamaica Planet. Ямайка планета. А я думаю, не совершит ли мне быстрый вояж все-таки. Со всем хламом обратно к станкам. Вывалить там все это говнецо. А еще.
Бафу-то сейчас обожрусь. Пока роботы тут отгули и все это говно зачистят. Сейчас как, блядь, не смогу ходить. Блядь, единичка лишняя. Ты посмотри, а. Ладно. Так, ну вот, собственно, киборги тут уже устроили какую-то типа кровавую баню. Вон, оторвали кому-то две левые ноги одинаковые. Чё-то он приуныл. Приуныл. Чё приуныл-то? А, значит, да, продолжается поиск сокровищ. Но я смотрю, что тут и без поиска сокровищ дверь закрыта на цепочку. Тут и без этого полно таких локаций. Ух ты, ёб твою мать. Полно локаций, куда можно пройти без перехода. Да, и место, где можно получить пиздюлей, тут тоже полно. Ой-ой-ой. Гуль-пожиратель, походу, это сильно. С пробиркой, блядь, с лабораторией. С кем перестреливается этот дурачело, блядь? Он как будто думает, что сейчас в него гули в ответку стрелять начнут. Непонятно из чего. Бля, как они радиацию, сука, мне, а? Прихерачивают. Но гули в этой игре, гули, они как зомби. Они даже скорее зомби. Если раньше гули это были люди-мутанты, то теперь гули прям с кладбища из могил вылезают. Гулей апнули. Бля, в церковь-то как пройти? Лайфхак. Пользуйтесь, блядь, как я это сделал. Бля, вот это... Нихеровое выдало, а? Сложенный американский флаг. Лампу на столе не взять. Рядом враги. О, это кто такой? Люк Сильверхед. Чё такое-то? Удостоверение мэра. Он одет как, сука, безумный Макс. Что у него за одежда-то хоть дает? Два брони. Мощь. Я не знаю, что мне дает его дневник. Подожди. Рядом враги какие-то. Где тут враги-то? Мне кажется, что я должен был пойти по следам из их трупов. Но этого я нашел явно вне очереди. Из-за того, что смог ввалиться в окно. Ну, у меня свои эти способы прохождения. У меня свой уникальный метод. Боевой карабон. О! Блять! Предмет взять. Короткий. Спасибо, не надо. Тут что? Тут выход на крышу. Ну, если отсюда нельзя прыжок веры сделать, то я в жопе, конечно, столько спускаться. Прыжок веры можно сделать, только помрешь. Ага. Are you playing hide and seek? Такое унылое лицо у этого гуля было. Валентайн пошел их топором. Он с топором, да? Топор Грогнака. Валек знает толк в оружии. Сменил свой убогий пистолет на нормальную пушку, смотри-ка. Сам причем. Варварка так не делала, насколько я помню. Есть чем скажешь, тем она ходит. А этот прям сам переключается с ближнего боя на дальний. Он поумнее, но если бы он еще компы взломал, как ожидалось, было, ему вообще цены бы не было. Нахуй, чемодан легкий. Не хочу даже его открывать.
Там все равно ничего классного особо. Хотя иногда там могут лежать ключи какие-нибудь. Тошка, чайник. Что такое тошка? Анточка. Ладно, понятно. Здесь мы нашли Сильверхенда. Походу, вся эта шайка-лейка охотников за сокровищами приказала долго жить. Но интересует больше всего здесь, видимо, Салли, который в карман на Салли. Салли, у которой было тяжелое вооружение. Вот, видимо, это и есть главный приз этого квеста. Забрать тяжелую пушку. Да ёб твою мать. Сука, сколько их тут, а? Опять Валентайн схватился за свою хлопушку. А, похуй тебе плавал. А, получи. Предупредительный воздух на него не действует. Надо что-то делать. Это не гала запись лежала. Оу. Это гуль бомбанул, да, или что? Ловушку активировал, что ли? Ой, а тут станки, смотрите, для силовой брони даже есть. Типа, ну это такие перевалочные пункты для тех, кто в силовой броне постоянно, видимо, ходит, что если она сломана, что можно было починить. Других идей нахер они их расставляют, в мою голову не приходят. Так. Они... В записке говорилось вообще-то, что где-то какие-то роботы, ловушки, всякое говно. И тонны гулей. Я пока только тонну гулей вижу, я не вижу всего остального. То есть какая-то, видимо, подземная здесь должна быть, да? Ёб твою мать, это он за бюро так накинулся за это? Это твой шкаф был, что ли? На, нахуй, поебал. Говноед, бля. Так, надо Радыкс выпить, заебало уже это облучение. А мне еще в светящееся море идти. Че ж там-то происходит, интересно? Ключ от мэрии. Блять, да вы что, издеваетесь, что ли? Да, я не знаю, как бы без этого ключа, наверное, квест бы здесь и прервался, потому что это же, ну, терминал мэра. Давай, мэр, посмотрим, что там. Не везет. Никаких супер совпадений. Movement. Ни одного. Может поставить мод, который показывает сразу правильные варианты, блять, взлома замков и нахуй не ебать мозги, не тратить время на это говнище. Я такой уже видел. Ну это чит, но, блядь. Взлом замков здесь реально дерьмовый. Мертвого заебет. Он не интересен вообще никак. There we go. Да, блядь. Речь на выставке сокровищ. Ведь все-таки сокровища есть. Друзья, соседи, достопочтенные гости. Мы собрались здесь сегодня. Мы собрались здесь сегодня, чтобы отдать дань сокровищам Jamaica Plain, понимаешь? А я наше сообщество, у него очень большое, у него очень богатая история, богатая культура, богатые воспоминания. И ради этих воспоминаний мы передаем эти сокровища Земле, чтобы будущие поколения могли оглянуться в прошлое
и вспомнить, чего нам удалось добиться. Че, они, бля, Ленина похоронили, что ли? Молитва, пастор Уоррен, церемония. Сука, они закопали все, вот уроды. Проект бюджета. Да нахуй, открыть. Проект бюджета. Смысл читать эти проекты бюджета, все равно обманут. Здравствуй, бедность, вот проект бюджета. О, а, сука, вот это что за дверь открылась, я-то думал. О, звукоизолированная, вяу. Вяу. О, это, кстати, серьезная тема, смотрите-ка, 10 радиаций, 10 от этого, 10 от того. Еще бы хоть какой-нибудь бонус давало. Ага, вот где нужен ключ-то был на самом деле. То есть, сейчас по бырику глянем, что тут еще можно залутать. Пачка сигарет. Блять, я думал это... Ах ты, ёб твою мать. Я думал, это трупы экспедиции, это гули. Ну, еще раз попади. Да-да. Я, наверное, блядь, прошу слишком многого. Опа. А ну-ка теперь давай-ка. Да. Убил? Пошел нахер. Сука. Да ёб твою мать. Усохший. Это, видимо, к слову о Ленине. Ебать, с него фонит. Кстати, мертвый гуль не такой радиоактивный. Вода пить. Да, после того, как в него, в эту воду улегся этот, блядь, вождь народов местный. Только эту воду и хлебать, ёптать. Слушайте, что-то у меня не уменьшаются батареи, кого ходит. Они что, бесконечные стали? Нет. Совместимый. Повышение вероятности попадания в ВОЦ. Да, это вообще могучая, могучая. Могучий ствол. Просто, просто лучший. На продажу. Может, они там что-то охраняли, может, какую-нибудь книжечку, журнальчик. Что с говном сейчас этих легендарных гулей падает? Какая-то, блядь, дрянь. Ага. Амортизированная броня, стрелковый карабан. И еще один чувачок. Салли. Вот она. Салли. Тяжелое вооружение. Пароль мэра Джейми Плейн. Голозапись Салли. Ракета, патрон, осколочная, бутылка, пусковая установка. Да. Она... Армейская форма. Смотрите, не грязная в коем веке армейская форма, а просто армейская форма, которая дает реально силу и ловкость. Простите, мадам. Придется вас огадить. Боевая... Комплект боевой брони. Дерьмовый автомат и пусковая установка. Это, блядь, они назвали тяжелое вооружение. Чем плоха армейская форма, я уже, по-моему, говорил. Она не прокачивается у меня почему-то. Вот. Комбинезон убежища можно прокачать. Да, он не дает силы и никогда не будет ее давать, но его можно прокачать, он начнет давать броню. Это, видимо, фишка комбинезона обалденная. Так, ну сейчас пройду дальше. И активирую голозапись, послушаем, что она там успела вякнуть перед смертью. Но если их предводитель в силовой, не в силовой, а в броне боевой и тяжело вооруженная померла там, значит, до сюда они уже не дошли, получается. Голозапись Салли. Я скоро начну забывать, где там чье. Разбежались. Словно увидели первого гуля. Mine. Even if I have to
dig it up with my own bare hands. А, и все. Все разбежались. Но ее неплохо там толпа гулей защемила-то. О, подожди, они не успели сокровища, что ли, закопать? Сегодня на сокровище посмотреть 3 человека пришло. Удивительно, что так много. Мне казалось, процедура досмотра кого угодно способна отпугнуть. Мэр пытался все представить в лучшем виде для совета, но город потратил столько денег на эту ерунду. Будет удивительно, если всех... А пока буду продолжать... Латать трубы и отгонять туристов. Я все слышал, на улице все очень плохо. Просто катастрофа заставляет задуматься о настоящих проблемах. Церемонии сегодня не будет. Мэр наверняка погибла. Я закрою тут все и постараюсь выбраться. Как по мне, сокровища эти полная ерунда. Но может когда-нибудь для кого-нибудь они будут иметь значение. Я так понимаю, что мне этот квест дал какой-то коллекционер. Просто я не помню, откуда его взял. Сокровища, видимо, здесь имеют исключительно... историческую ценность, судя по всему. Ух ты, ёб твою мать. Оптическое волокно. У меня есть идея. I'm listening. Head over there. Count on it. Че, серьезно? Красавчик. Мы тебя не забудем. Это что такое-то? Пулеметная турель. Сука, у них у турелей что там, патроны вообще бесконечные, что ли? А, теперь оптическое волокно не выковырить? Вот это херово, потому что оптическое волокно... Это, как я понимаю, довольно редкий предмет для крафта. Жалько, что опыт не дают за разминирование. Можно было неплохо пофармить. Да, ебать такое уныние. Там должно что-то просто, не знаю, атомное лежать. А так ловушки типа не активируются, да? Понятно. То есть это было больше похоже на то, что это что-то взрывающееся, чем на то, что это активация пулеметных турелей. В общем, разминировать надоело, пришлось снова послать Ника. К тому же опять перевес начался. Видимо, оптоволокно и прочее говнецо, которое с них падает, слишком много весит. Итак, это и есть сокровище. Сокровищница. Да заебал это, ёптать. Это легкий замок. Почему он не открывается? А, ну, потому что это супер легкий замок. Да. Сразу видно, что одно говно. А там вообще как будто газ выпущен. Сейчас, подождите, там еще дверь какая-то была. Там такое марево, что как будто стрелять нельзя. Может, потому что сразу все взорвется. Очень сложный замок. Как правило, очень сложный замок открывается почему-то проще, чем легкий замок. Не в первый раз уже такой вижу. Ключ от архивов. Я уже думал, пупс. Брелок пупс. А. Понятно. Дырка в стене. Это для тех, кому лень там, видимо, разминировать. Шедевр.
Короткий штурмовой карабин. Он, видите, вот такой, как будто газ выпущен. Так, автоматоны. А, я думаю, что после открытия двери они выйдут и на меня нападут. Я думаю, в этом их фишка. Сука. О, совпадение 3, смотрите. Describe. Got it. Discover. А, пусть будет пожарный. Может здесь. Может быть здесь начнется пожар, я не знаю. Блять, еще один. А может из этой двери сейчас выйдет что-то просто вообще невъебенно здоровое. И мне может понадобиться помощь этих роботов. Может мин наложить. О, сисурити. Почти подошло. Сисурити почти подошло, значит... Ферросити, наверное, стопроцентный вариант. Так, сменить матрицу характера. Ну, пусть будет охрана порядка, например. А чё они не вышли-то? Ручка. Кепка газетчика. Какой-то репортер помер, что ли, обалденный. Так, ну давай-ка, наверное, мин наложим осколочных. Благо у меня их сраная куча. Осколочная мина. Чё, череп зачесался, что ли? Знаете, тоже мину туда. Ну, думаю, хватит. Я вообще сомневаюсь, что сейчас оттуда какая-то атака пойдет. Почему-то автоматоны ебучие вообще не реагируют ни на что. Валентайн что-то почуял жопой. Требуется пароль, но... Тут, по-моему, у всех терминалов требуется пароль, только почему-то некоторые можно хакать. Точно так же подбирая этот пароль, поэтому... Понятно. Это был большой облом. А чё со скелетом-то он чё? Почему он передвинулся? Музычка играет такая бодрая. Прототип биометрического сканера, вот это что ли? The former citizens of Jamaica Plain and I have very different definitions of treasure. Выстиранное зеленое платье. Жилет из лакса. Часы. Ну, сынка. О, шар чемпионата по боулингу. Блять, это... И что ты тут делаешь? Это голографическая запись. Ага. Используется для хранения. Да, это потрясающе. Опись сокровищ. По-моему, это говно зависло. Так. Опа.
treasures of Jamaica Plain. Within the walls of this time capsule, you, our descendants, will find the items and mementos we дороги в 77-м году, блять. Мэр Алиса. These relics may seem quaint, but we hope that they will remind you of our place in history and your own. As we laid the foundation for the world in which you live, so you too will lay a foundation for future generations. May that future be bright. On behalf of all of us in 2077, we wish you well. This is Mayor Alyssa Park speaking for the town of Jamaica Plain. Что за дерьмо? Ни книги, ни ничего. Журнальчик. Инструкция. Приветствие мира. Опись сокровищ. Терминал с проигрывателем голозаписи. Глобус, флаг. Американские флаги, сигары. Избранные работы по истории. Декоративная ваза, блять. Воспоминания, издания, избранное. Избранное издание Robco Industries. Барго Люциген Incorporated. Возможно, что я квестовую вещь просто взял только что. Современная одежда. Джинсы, слаксы, ёптать. Еще журнальчика здесь точно нет. Дай-ка я, блядь, полазю. Отлично. А, подожди. Чушь какая-то. Меня поимели. Да, это нет, нет никакого квеста больше. Все, это конец. Блять, меня подло наебали, господи, это подлая наебщица, блять, какое дерьмо, сокровище, блять, я ебал, блять, да, это вам не сокровище нации с Николасом Кейджем, это реально, реально, небольшой шанс подбросить в воздух. А, вот оно что. Блять, легендарное оружие. Да я трубу шатал. Да, все. На этом потрясающем квесте про поиск сокровищ. Я думаю, можно закончить. Что-нибудь жмите, что-нибудь пишите. Надеюсь, в следующий раз повезет нам больше. Адьё.